Православные в минувшую субботу отметили один из самых популярных летних праздников – Медовый Спас. Важным моментом этого дня является процедура освящения этого полезного продукта. Такая церемония 14 августа прошла сразу в Твери в двух местах. Подробности рассказывает наш корреспондент. Вот такая важная для каждого православного церемония прошла в минувшую субботу в бизнес-центре «Тверь» и в ТЦ «Олимп». Именно там работает ярмарка меда, которую привезли с семейной пасеки Тюриных. На ярмарке меда представлено более 18 сортов меда, как десерты, так и свежеоткачанный мед. Жидкие сорта – это цветочный, гречишный, кориандр. Есть лесной мед, липовый, акация. Есть новые сорта меда, это кустарниковые разновидности, аморфа. Очень вкусен, полезен. Каждый день работы ярмарки – это сотни посетителей. Никто не уходит без покупки. Люди отмечают, что специально пришли сюда, потому что этому меду они доверяют. Во-первых, больше разнообразия, а во-вторых, это, ну, я больше доверяю этой ярмарке. Тут именно вот привезли настоящий мед. Иван-чай я беру и гречишный. Мне они нравятся. Понравились, вкусненький, ароматный, натуральный. Особо стоит отметить, что кроме самого меда, здесь можно приобрести и другие продукты, которые собирает на своей пасеке семья Тюриных. Например, пергу, пыльцу, прополис. Так же, как и мед, они очень полезны для организма человека. Важным плюсом такой ярмарки является то, что этот мед собран перед самым отъездом. В течение 10 дней, когда мы собирались сюда на ярмарку, наши меда вот свежеоткачан практически июль и начало августа. А в чем плюс свежеоткачанного меда? Ну, он интересен, вкусен, ароматен. В нем еще нет кристаллика. Ярмарка тамбовского меда семейной пасеки Тюриных работает в бизнес-центре Тверь на Смоленском переулке и в ТЦ «Олимп» на Тверском проспекте. Приобрести свежесобранный тамбовский мед можно до 24 августа включительно, с 10 часов утра и до 8 вечера, без обеда и выходных.